Привет, дорогие друзья! Сегодня показываю волшебное упражнение, которое поможет начать худеть в считанные минуты, начав его делать. Хочу сразу предупредить, что это упражнение противопоказано худощавым людям, людям, склонным к анорексии, имеющим проблемы с недостатком веса. Поэтому, пожалуйста, воздержитесь и лучше занимайтесь укреплением мышц, используйте другие упражнения. Это упражнение будет непосредственно работать на сжигание жира, и, может быть, даже немножко подсушивает мышечную массу. Результат будет заметен очень быстро, поэтому будьте осторожны. Во всем нужна мера. Давайте приступим. Нам понадобится мат. И мы ложимся. Подтягиваем колени к себе. Будьте осторожны, кто делает это вообще в первый раз. Контролируйте свою спину. Если не получается полностью вытянуться, выпрямиться, делайте так, как получается. Аккуратно, ничего не рвите. С каждым днем вы увидите прогресс и улучшение. В каком бы возрасте вы ни начали делать это упражнение, всегда будет прогресс. То есть потихонечку, шаг за шагом прогрессируйте и будьте терпеливы к себе. Выталкиваем себя вверх, пока еще наша спина не совсем окрепла. Помогаем держать себя руками. Стоим минуту. Следите за спиной, спина прямая, а ноги составляют одну линию со спиной. Стоим в этой позиции и уже представляем, как мы худеем. Видим себя в размере S 36-34. Расслабимся, и можно повторить второй подход. Аккуратненько возвращаемся обратно. Это упражнение поможет не только вам похудеть, также укрепит вашу спину. Если есть проблемы с позвоночником, то дерзайте, и результат будет уже на спине. Пока! Если ты такая же целеустремленная, как и я, ты приветствуешь спортивный и динамичный образ жизни, тогда подписывайся лучше на этот канал, и твоя мечта стать идеальной превратится в реальность.